Тут уже слабее сигнал. Вот это похоже на очертания пистолета. Офигеть, он тяжелый! Это была самая жуткая находка за нашу историю. Подожди! Оператор, ты че, оператор? Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, и добро пожаловать в новое видео. Как вы видите, сейчас мы находимся на всеми знакомом и уже излюбленном месте многих моих подписчиков, а именно льды, снега и вот это вот все. Мы опять ехали сюда очень долго, но приехали. В прошлый раз, во второй серии, у нас случился казус. Был очень сильно плохой ветер, очень сильно плохие погодные условия, все сносило, я очень сильно замерзла и устала, и уже темнело, Денис вообще упал, ну, в общем, было не весело. Честно говоря, я думала то, что мы вообще сюда не будем возвращаться, просто потому что здесь реально очень стрёмно, очень страшно. Но сегодня мы приехали пораньше, как вы видите, светит солнышко, и я надеюсь, что с погодой все будет ок. Вообще, зачем мы сюда вернулись? Помните тот айфон, про который я вам рассказывала, который вы видели, который я нашла в первой части, и на котором были очень странные записи? Я его просрала. Я где-то потеряла телефон в том месте, где я его и нашла. Представляете, какой казус? Ну так вот, нам пришлось сюда приехать, и если честно, я немножечко удивлена тому факту, что здесь опять-таки очень много следов. Мы уже немножко походили по вот этой тропе, которую, скорее всего, оставил какой-то снегоход. Посмотрели на следы, следов опять очень много. И больше всего следов на том месте, где мы были в прошлый раз. Нам сегодня придется здесь отыскать мой iPhone. Я надеюсь, что его никто не забрал. Как вы видите, прошлое видео было опубликовано аж 2 недели назад. Это значит, что были мы здесь еще больше. Наверное, прошло где-то дней 15, может быть, чуть больше. Мы не могли все время сюда приехать. Нас постоянно что-то останавливало. Сначала я очень сильно заболела, потом у меня очень сильно заболела рука. После предыдущего ролика, когда мы были в последний раз здесь, я повредила себе руку, она у меня до сих пор болит. И вот, наверное, последние только дня 2 я могу хотя бы что-то и делать, подержать тот же кружку с чаем, стакан и так далее. А до этого реально было очень больно. Мы взяли с собой все как обычно, металлоискатель, кирку, так что давайте, ребят, погнали! Короче, ребят, я сначала решила пойти по следам, которые ближе всего к выходу отсюда, то есть, которые ближе всего ко мне, они начинаются вот здесь. И мне кажется, сейчас только что была какая-то первая сработка. Но здесь точно что-то есть. О, подожди, подожди, я что-то вижу. Это какая-то странная вилка. Она непростая, тут еще, походу, нож есть. Ну, блин, это понятно, здесь очень много рыбаков. Я убрала вилку себе в карман, надеюсь, что она мне никогда не пригодится, но мне уже кажется, мне можно создавать отдельный контейнер с находками со льдов. Ну что, ребят, продолжаем. Мне кажется, что я его обронила где-то здесь, когда мы убегали, потому что мы реально уже убегали вечером, было очень страшно. Мне кажется, я не закрыла карман, и из-за этого он где-то мог выпасть. Так что давайте тщательно обследовать территорию. Я специально стараюсь не заходить на эти следы, чтобы по ним потом возвращаться. Пока что все чисто, можем идти дальше. Так, так, так. Я видела много видео, как люди идут, идут, идут по снегу, а потом там бац, и уже лед растаял. Жесть, что тут вообще произошло? Капец, ребята, идемте сюда быстрее. Тут какая-то кровь, я тебе реально говорю, смотри. Что это? Хищники? Блин, так стрёмно, капец. Фу, пойдем отсюда, мне стрёмно, зай, пойдем. Ребят, пойдемте отсюда, мне реально страшно. Стрём. Жесть, я не могу, у меня сейчас истерика будет. Мне сегодня самое главное найти айфон. Если я его найду, я больше сюда вообще не приеду, потому что меня, если честно, уже напрягает вся эта обстановка. Как мы сюда приедем? У нас то шалит камера, у Дениса только что перестала писать. Флешка, хорошо, что у нас есть вторая флешка. У нас начинает шалить металлоискатель, хотя мы проверяли его у нас на участке, и работал он превосходно, и не было никаких погрешностей, и не срабатывал он просто так. Оп, 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 подождите. Тут точно должно быть что-то. Телефон, где есть телефон? Ни хрена себе топор. Офигеть, ребята, топорик. Он прям новёхенький какой-то. Приколдесно. У меня, кстати говоря, тоже есть топор. Но в прошлый раз я его, смотрите, сломала. Когда я выбивала очень странную находку. Кто помнит, напишите, что это было. Мне до сих пор не по себе от нее. Мы с ней ничего не сделали. Никуда не отнесли, никуда не сдали. Просто думаем, что с ней делать сейчас. Короче говоря, у меня теперь будет новый топорик. Ёшкин кот, что тут вообще произошло? Откуда столько следов? Оу! Оу! Видимо, это где-то глубоко, и он не сразу распознает. Ребята! Я нашла!
Я нашла, блин, классно, это мой. Да, ребята, это тот самый iPhone. Вроде бы, я надеюсь. Интересно, он сейчас включится? Давайте проверим. Капец, в нем столько снега. 2 недели пролежал, это же трэш, 100% не включится. Ну, конечно. Я надеюсь, что он не сдох окончательно. Мы специально приехали на то же место, где и были в прошлый раз. Я сужу по этим елочкам, про которые говорилось в этом телефоне. Значит, мы 100% на верном пути. Блин, да опять, я так рада. Наша миссия выполнена, но это не значит, что это все. Мы сюда так долго ехали, так что давайте продолжать дальше поиски. Может быть, сегодня мы еще что-нибудь найдем, потому что ехать нам сюда в среднем где-то 1,5-2 часа. Все зависит от пробок и от погоды, поэтому не будем терять времени просто так. Оператор, держитесь. Погнали. Он так странно срабатывает. Ну серьезно, ну почему он дергается от 0 до 5, причем так резко? Блин, ну это вообще странно. Опа, что-то нашли. Опа, подожди, еще сейчас проверим. Ребята, ничего не вижу. Причем очень. О, подожди, подожди. Офигеть. Офигеть, какой-то телефон. Ой, ну он, видимо, очень долго лежал. Смотрите, как к нему снег приклеился. Как так, если он лежал очень долго, то есть он очень долго здесь лежит? Почему в прошлый раз, когда мы здесь ходили, мы его не нашли? Может быть, потому что снега немножко подтаяли, да, и он спустился? Ребят, ну он реально ржавый, зацените. Он весь еще потресканный. Это какой-то телефон Fly. У него камера 5 мегапикселей, тут написано. Ну, я думаю, 100% не включится, но была не была. Давайте попробуем. Вот я вижу кнопку. Вообще нет. Нет, ребят, он не живой совсем. Ну, конечно, кто знает, сколько он лежал. Может быть, месяц, может быть, 2, может быть, вообще полгода, потому что у нас уже зима, наверное, месяцев 5 или 6. Я его беру с собой. Обязательно его проверим. Мы сейчас, когда дойдем до машины, у меня есть с собой зарядка, и проверим, будет он заряжаться или нет. Теперь давайте дальше продолжать. Ты говоришь, нельзя, да, дальше уходить с середины? Думаешь, там вода? Ну, смотри, там нормально. Следы вообще в ту сторону сейчас ведут. Пойдем дальше, обратно. Мне это стрёмно. Смотри, следы как далеко уходят. Если мы туда уйдем, то что будет-то тогда вообще? Пойдем, мы самое главное нашли телефон. Это самое главное. Давай, это твои следы? А вот это, по-моему, нет, да? Давай здесь я тогда пройдусь. Ребята, я здесь пройду здесь, потому что здесь шел оператор. Капец, у меня уже пальцы на ногах замерзают. Вроде бы тепло-тепло, а вот так походишь по снегу, и прям вообще уже не тепло становится. Тут такие глубокие следы, капец. Да, и тут мы не ходили. О, подожди. Оп, оп. Подожди, я что-то вижу. Это какая-то кожаная штука. Какая-то визитка, что ли. Что это? Я первый раз такое вижу. Тут есть еще какая-то бумажка. Давай посмотрим. Stainless steel. Смотри, это вот эта штука. И все ее отверстия подписаны цифрами. С обратной стороны есть какие-то буквы. Multifunction Portable Tools. Короче, это какая-то мультифункциональная Tools. Карточка. Слушай, ну полезная вещь. Жалко, что кто-то потерял, тебе подарю. Это была очень интересная находка. Представляете, она такая маленькая. И наш металлоискатель ее увидел. Я в шоке. Ого, тут прям вообще глубоко. А, я подожди, я уже там что-то вижу. Ни хрена себе. Фу, ребята, тут еще что-то есть. Ну, судя по всему, он тут лежит уже очень долго. Я не знаю, что это, но мне кажется, это какое-то орудие пыток. А вдруг это кто-то один из них? Хорошо, что сейчас хотя бы день. Блин, ну они реально очень странно себя ведут. Они стоят к нам только спиной. Никто из них еще ни разу лицом не поворачивался. Мы тут что-то ходим, что-то у нас пищит, что-то мы тут снимаем. А и вообще по боку. По крайней мере, я помню, был фильм, и там была такая маска. Не, ну может кто-то, конечно, прикалывался, но вот этот инструмент, это вообще жесть. Я первый раз такой вижу. Ты же шаришь в инструментах, что это? Не знаю, мне еще кажется, что это зубы дергать. Зубы дергать? Да не, за это нет, точно нет. Тут, видишь, нечем дергать. Как будто что-то пережимать. Можешь реально зубы дергать, кстати, да. Зая, мы нашли до этого топор. До этого мы находили пистолет. Причем здесь тоже. Надеюсь, мы сюда больше не вернемся. Я уже не помню, где я что проверяла, а где нет. Вот, мы здесь что-то находили. Я запуталась. Я знаешь, как будто в Бермудском треугольнике. Это мы тут ходили или нет? Я запуталась. Да,
Мне кажется, мы что-то упустили. Пошли в машину проверять телефоны. Работают они или нет? Вообще, кому они принадлежат? Все, ребят, мы в машине. И сейчас мы с вами будем проверять, работает телефон или нет. Я уже подготовила кабель. Вот видите, он идет на 3 разветвления. Тут есть и микро-USB, и макро. О, он завибрировал. Он просто вибрирует сейчас, потрогай. Ёшкин макарёшкин. Это вообще как-то... Он до сих пор вибрирует, нет? Жесть, ребята, у него матрица, походу, все. Ну, починить его можно, конечно, ради того, чтобы посмотреть, что внутри. Выжил, ребят! Вы видели, что было только... А, нет. Ну смотри, ну уже неплохо. Fly powered by Android. Интересно, сколько он пролежал, что у него... Заржавел экран. Камера заржавела. Господи, это какая-то ракета в руках. Он так вибрирует жестко. Загрузка. Вдруг это какая-то бомба, он так вибрирует страшно. Да. Если мы сейчас подорвемся, знаете, я вас всех люблю. Мы в Свердловской области. Ищите нас так. О, господи, у него еще... Он какие-то сигналы посылает. Посмотри, что происходит. Денис, что происходит? Мне кажется, это какие-то сигналы реально из ней. Сейчас сюда кто-то приедет или прилетит. Ну пофигу, он продолжает вибрировать. За беззарядки. Что с ним происходит? Тем временем iPhone вообще не подает признаков жизни. Он заряжается сейчас. Он не заряжается сейчас. Или заряжается. Не типа знаю. Разряжен. Но это хорошо. Фух, я так рада, что мы нашли айфон, потому что это была единственная зацепка. Я бы подождала еще, наверное, пару дней, когда это все растает, и приехала бы еще раз. Ничего детектор не чувствует. Если вы хотите, чтобы я сюда еще раз приехала и посмотрела именно в тех координатах, которые я нашла в телефоне, который просрала в этом айфоне, он вибрирует до сих пор, представляешь? Короче, ребят, суть такая, если вы под эти видео соберете 30 тысяч лайков, то мы сюда приедем через пару дней, когда у нас появится время и возможность, обязательно приедем и попробуем прошерстить ту местность, про которую сказано в этом айфоне, потому что там, ну, мы уже находим зацепки, Денис, мы уже находим, вот эта маска, вот этот топор, это все, мне кажется, как-то взаимосвязано, и я считаю, что нужно приехать еще раз, но я не хочу просто так рисковать своим здоровьем, здоровьем своего оператора, нашей техникой, просто так. Если вам интересно, то мы приедем, если я вижу, что нет никакого актива, то и не поеду, то если вы не будете лайкать. Ёма. Все понятно, батарея вся мокрая, и он сходит с ума. Смотри, нету симки. Тут все заржавело, этот телефон очень давно лежал. В общем, ребятушки, с вас только нужна поддержка в виде лайков, в виде комментариев, в виде лайков. Пишите, стоит ли нам ехать еще раз, когда все это немножко подтает. Это опять-таки будет все очень небезопасно, потому что ходить по льду, когда уже весна и все тает, ну, не есть хорошо. Но я думаю, что нужно. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро с вами увидимся. Всем пока.